Леночка, доча со своим питомцем. Блин, серьезно? Ленчик, ты точно уверена? Ты уверена, что это надо показывать? Таня Котова, ой. Алена Андриенко, е-мое. Юнона Тимофеева, нет слов. Лина Козлова, их хизмейка. Дарина Крыло, айо-ей. Это так необычно. Юнона Тимофеева, я бы сдохла. Она вроде бы Олеся и красивая. Толстых, бедные мышата. С одной стороны, с другой стороны, Алена это же Андриенко, страшно. Я б тоже. Но красивая. Олеся Толстых, хомяки, разбегайтесь. Так вот почему у Ленчика хомяк оборзевший, у него крышует змейка, и все. Юнона Тимофеева. Она красивая только в чужих руках. Но она красивая. Таня Котова. Вот кого надо стражником. Бонни. Елена Лебедева. Да это удав Бонни 3 метра. Бонни. Мадам Алмаз. Где твой Клайд? А чё разбегаться? Мы в тюрьме, максимум съедят жабу. Марина, обойдетесь. Кстати, да их же мышами кормят.